Для вас 4 новых сообщения. Эй, мужик, ты думаешь, ты самый крутой, но я еще надеру тебе задницу, потому что я мужик. Поступили сведения, что появилась бригада Грангера. Мы собираем команду, чтобы как следует врезать им. Нам все еще нужен водитель, я думаю, ты внесешь разнообразие в наши танцы. Мы планируем поехать в одной машине. А дальше, я думаю, все будет как в боевиках. Ну, ты сам все знаешь. Эй, мужик, это мы. Короче, нам нужно дернуть из Беверли-Хиллз. Давай, приезжай, мы будем ждать тебя. Нам нужен человек для работы. Нам нужен водитель, который низко летает, потому что время нас поджимает. Давай, парень, ты подойдешь нам. Поступили сведения, что
вытащи нас! Лек. Это Тадда. Какого черта вы погнали столько полицейских вчера? Это была не моя идея. Спроси об этом Бэддекса. Нужно же было прикрыть его задницу. Маккензи разговаривал с ФБР. Они приходили с утра. Маркус Вон и целая куча шишек. Он ничего не сказал. В конце концов, он же не копает под Вона. Да ты что, я недавно видел, как Вон говорил с Костелби. Какого хрена ты тут несешь? Я просто говорю, что видел, и все. Я говорю то, что видел. Ты видел, как Костелли трепался с Хэнкоком и Воном? Какого хрена? Ничего не понимаю. Не нравится мне все это. Ох, как это мне все не нравится. Банда Костелби завтра вылетает в Нью-Йорк. Увидимся.